Под Новый год всегда ждешь какого-то чуда. Скоро Новый год, и мы приехали в древний город Торжок за чудесами. У гальяни иль кульони, закажи себе в Твери с пармезаном макарони, да яичницу свари. На досуге отобедай у Пожарского в Торжке, жареных котлет отведай и отправься налегке. Поднесут тебе форели, тотчас их варить вели. Как увидишь, посинели. Влей в уху стакан шабли. Ну что, давайте воспользуемся советами Александра Сергеевича Пушкина. Нельзя ли у вас заказать макарон с пармезаном? Макарон пока нет. Могу предложить сыр российский. Ну, а может быть, есть форели? Форели? Если вас устраивает, ставрида под маринадом. Нет, а вот стакан шабли нельзя ли заказать? Могу предложить морс, напиток. Кофе, ну, в общем, шабли нет. Нет. Ну, тогда котлеты, может, есть? Котлеты в любое время. А какие? Пожалуйста. Пожарские? Пожарские. Ну вот, шабли нет. А котлеты пожарские и через 150 лет подают. Чудо!